Сегодня специальным рейсом авиакомпании «Узбекистан Хава Юллары» в Ташкент из провинции Цзянси Китайской Народной Республики прибыла группа специалистов и врачей для взаимодействия с узбекскими коллегами по вопросу совместной профилактики, контроля эпидемии, обмена данными и лечения COVID-19. Народы Узбекистана и Китая испокон веков связывали крепкие узы дружбы. Благодаря этому развивались многосторонние отношения. О том, насколько она крепка, показывает и сотрудничество, а точнее взаимовыручка двух стран. Как известно, в момент, когда болезнь бушевала в Китае, от имени президента Узбекистана был отправлен гуманитарный груз, ставший свидетельством преданности дружбе. И вот теперь уже к нам приехали китайские врачи, получившие немалый опыт по противодействию коронавирусу. Кстати, начало этого события широко освещалось в китайских СМИ. Отлет китайских специалистов в Ташкент из городов Пекин и Нанчан сопровождался торжественной церемонией, на которой подчеркивалось, решение о направлении врачей ведущих клиник Китая в Узбекистан было принято в рамках договоренности глав двух государств в целях оказания медицинской помощи узбекским коллегам в борьбе с COVID-19. И вот сегодня в международном аэропорту Ташкента встречали китайских специалистов. Это опытные эпидемиологи, инфекционисты, пульмонологи, невропатологи, терапевты, хирурги, участвовавшие в оказании экстренной медицинской помощи в различных регионах КНР. Мы приложим все усилия, чтобы вылечить пациентов от коронавируса. Для этого будем использовать возможности традиционной и современной медицины. В первую очередь направим наши силы на лечение пациентов, которые находятся в критическом состоянии. В целом это можно преодолеть. Для этого врачам Узбекистана и Китая нужно сплотиться. Но от граждан требуется только терпение. Поверьте, оставаясь дома, вы поможете в скорейшем преодолении данного вируса. Не выходите на улицу. Также важно и то, что руководством Узбекистана принимаются все необходимые меры в борьбе против COVID-19. На борту прилетевшего самолета также доставлен официальный гуманитарный груз от правительства КНР с востребованными медицинскими препаратами и средствами. Это тоже свидетельство высокого уровня китайско-узбекских отношений, стратегического партнерства, солидарности и сплоченности между народами двух стран. Китайский народ никогда не забудет трудные моменты борьбы Китая с COVID-19. Узбекистан очень своевременно протянул руку помощи. В первый момент оказали свою посильную поддержку и помощь. И китайские правительства, компании, предприятия, местные власти, исследовательские институты, а также частные лица, они в последние дни предоставляют огромное количество гуманитарных грузов в Узбекистан. Все это доказано, что действительно мы настоящие друзья, мы помогаем друг другу именно в беде. Вот сегодня приезжают сюда именно группа консультантов и экспертов. Я думаю, что они с удовольствием бы поделиться именно с узбекскими коллегами своим опытом. В ходе пребывания китайских специалистов планируется посещение ими различных медицинских учреждений в регионах Узбекистана, проведение мероприятий, направленных на поддержку узбекских врачей в противодействии коронавирусной инфекции, в частности, тренинга для врачей интенсивной терапии в онлайн-режиме, осмотра пациентов с подозрением на заболевание, лечение заболевших COVID-19,